мы свое призвание не забудем. Свет и радость мы приносим людям, нам. Ну что, всем привет! Виделись с вами вчера. Сегодня открываем еще одну посылку красоты, Beauty Box. И сегодня это... Та-да-да-дам! BoxyCharm Premium. Вчера мы с вами открывали BoxyCharm базовую, это премиум. Базовый содержится 5-6 full-size продуктов, в этой 6-7. И в этой возможно выбрать один продукт. Я в этот раз, к сожалению, ничего не выбрала, потому что я просто письмо не получила. Но вообще, в принципе, до этого я всегда выбирала, и все это работало как часы. Я сейчас вставлю клип небольшой, который я для вас сняла, объясняющий, что, какие опции в этой коробке могут быть, и что я в итоге получу. Мы посмотрим уже с вами вместе. Так, вот, ребята, значит, смотрите, в премиум коробке BoxyCharm вы можете выбирать одну из айтемов. Вот эти вот 4 айтема, которые вы видите, из этих нельзя было выбирать. То есть я получу какую-то одну из этих айтемов. Я вам сейчас скажу, какую я хочу в первую очередь. Я бы очень хотела вот получить от Lunar Beauty вот эту палетку замечательную. Она у меня была даже как-то в Sephora, как бы в корзине, но она всегда была out of stock, то есть распродана. Поэтому тот факт, что она сейчас в BoxyCharm как опция, это просто вообще восторг. Я бы была очень довольна, если бы вот я ее именно получила в первую очередь. Второй мой выбор — это вот маска от Pharmacy. Замечательный бренд, замечательные продукты, и я уважаю и обожаю этот бренд. И масок много не бывает, поэтому вот это моя вторая опция, которую я хочу. Третья опция была бы вот эта, но она у меня уже есть, я ее уже купила сама, поэтому если она мне попадется, я расстроюсь. Поэтому на третьем месте мы вот эту хотим тогда, а уже на четвертом пусть будет это. Так. Это я не могла выбрать. Дальше идем. То, что я могла выбрать. Смотрите, вот из этих айтемов я могла выбрать, но мне не пришло уведомление, поэтому я так и ничего не выбрала, они выбрали за меня. Что бы я из этого хотела получить? Точно не вот этот тонер, потому что он явно по описанию выглядит как будто для жирной кожи, у меня сухая кожа. Капари Coconut Face Cream. Да, нормально, я была рада, если бы его получила. Ну, вот этот вот Bec Luminous Blush, они хорошие, эти румяна, но у меня уже много румян довольно, поэтому, ну так, нормально, но не супер. Праймер, это мой последний выбор, и праймеры мне не нужны. И вот стила, я люблю вот эти Glitter and Glow, но у меня их тоже уже довольно много, они все примерно одинаковых цветов, но вот этого цвета у меня нет конкретно, поэтому... Я бы хотела получить либо вот Coconut Face Cream стила. На третьем месте был бы вот этот Luminous Blush, на четвертом тонер и на пятом праймер. Запомнили? Так, идем дальше. Сейчас будем открывать коробку, смотреть, что в итоге мне прислали. Третий, значит, вариант мне пришло либо вот от Наташи Денона Blush, либо крем для лица. Конечно, я хочу Blush. Мечтаю о Наташе Денона Blush, но даже не знаю, ребята, посмотрим. И четвертый айтем, значит, либо от IGK вот этот вот спрей, либо набор кисточек, одно из двух. Я буду, из этой опции я буду рада любой, в принципе. Я и кисточки люблю, и спрей, и IGK бренд я вообще обожаю, у них очень все вкусно пахнет. Ну что, давайте смотреть, что я получила. Так, ну что, надеюсь, я понятно объяснила. Давайте открывать. Ей! Я открою и вам покажу сначала. Я не буду посматривать, надеюсь, ничего не выпадет. Видно? Так, ну что, давайте открывать, смотреть. Я пока не буду смотреть, я буду так вслепую открывать первый продукт. Я довольна. Девчонки, смотрите, это... вы знаете такой бренд Wanza Beauty? Он продается в Sephora у нас здесь. И это
Mile High Club тушь для ресниц. У меня такой туши нет, поэтому отлично, будем пробовать. И это объем и длина. Отлично, ура! Yes, 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 yes. Так, смотрим второй вариант. Вау, мы получили IGK Hairspray. О-о-о-о. Ну, я довольна. Но я в клипе сказала, что если бы были кисточки для лица, я бы тоже была довольна. Поэтому в этом случае win-win, как говорится. Давайте. О, я уже чувствую, что он очень вкусно пахнет. Да, это кайф. Вот у них, у IGK, я, во-первых, их очень люблю, этот бренд, а во-вторых, у них все продукты пахнут просто вообще обалденно. Они делают для волос продукты. И все, что я пробовала, я в полном восторге, поэтому это большой зачет. Два. Так, смотрим. Три. Ну вот, смотрите, это мой choice номер два. Это маска от Farmacy. Я довольна. Конечно, мне бы больше хотелось получить от палетку, ту от Mane MUA, но это супер, потому что если бы я получила ту от Smashbox палетку с тенями, то получается, у меня бы их было две, это был бы самый плохой вариант. Поэтому ей ура! Honey Potion от Farmacy. Так, это номер три. Смотрим дальше. Вот, это, значит, продукт. К сожалению, вместо от Наташи Даноны румян я получила вот такой вот. Это израильский крем для лица. Я уверена, что он очень-очень хороший, но у меня столько уже это скинкэя, что как бы еще один крем. Я не в восторге, короче. Ну ладно, будем пробовать, ничего страшного. Так, сколько осталось продуктов? Смотрим. Они два, оказывается, два из этого всего, как сказать, выбора можно было. Вот это мне тоже Peach and Lily бренд, по-моему, корейский бренд, насколько я знаю. И это тоник, да? Ну вот я почему-то подумала, что это для жирной кожи, поэтому не знаю, в общем, не написано для какой кожи. Сейчас, секунду, посмотрю. Не написано для какой кожи, да, но я обожаю корейские продукты по уходу за кожей лица, и я уверена, это очень хороший продукт. Тоники я использую регулярно, каждый день, и все время их докупаю, поэтому я, в принципе, рада этому. Так, ну что, у нас еще один, я нащупала тут еще один продукт, и это от Too Faced, это Lip Gloss, да, это, как его называют, короче, блеск для губ, в цвете Hidden Talents. Давайте посмотрим, как этот цвет выглядит, это который High Shine блеск, да, с множеством sparkles in it, вот такой, ну, цвет красивый, я не люблю блески, где так много блесток, вот откровенных, если честно. Они уже присылали мне как-то такой блеск, но он был такой нежно-розовый, и я его, ну, я его подарила знакомой, поэтому... Ну, мы попробуем сегодня его с вами, интересно, и сделаем наши с вами выводы, да? Ну вот, по-моему, это все в этой коробке. Да. Это все. Давайте я вам скажу, сколько что стоит. Они всегда буклет присылают. И подсчитаем с вами, да, на какую сумму. Эта коробка, я напоминаю, стоит, стоит 50 канадских долларов или 35 американских. Цены указаны в американских долларах здесь. Сейчас я открою калькулятор быстренько. И посмотрим, сколько мы сэкономили. Значит, вот этот крем израильский стоит... Wow! Well, that's crazy, you guys. 69 американских долларов написано. Окей, 69. Ни хрена себе. Когда такие цены указаны, я думаю, что?
возможно, мне не так уж и не повезло с выбором. Так, дальше. Too Faced блеск для губ стоит 21 US доллар. Дальше. Вот эта масочка от Pharmacy 38. Дальше. Тоник от Peach and Lily стоит... Тоник. 39 плюс IGK спрей для волос 32, чуть все на 3 начинается, и как ее, тушь для ресниц от Wonder Beauty стоит 26, итого 225 US долларов. 225 US, я вам напишу, сколько это будет в канадских, но вот смотрите, мы 20, получается, нет, это стоит 35 US, а выгода на 225 US. Absolutely crazy. Так, ну что, давайте тогда я быстренько припудрюсь, чтобы мы смогли попробовать с вами. У нас не очень много продуктов, получается всего 2. Мы тушь с вами попробуем эту и блезли губ. Ну да, все, получается, больше нечего. И увидимся с вами через пару секунд. Девчонки, я вернулась, я не стала припудриваться. Я подумала, зачем мне наносить полный макияж лица, если мы можем попробовать с вами и так, и тушь, и блеск для губ, правильно? Зачем мне все это делать, если это вообще не нужно? Итак, смотрим. О, мне очень нравится вот такого типа кисточки, то есть это явно удлиняющая кисточка, очень-очень мокрая. Давайте пробовать. Ну что, вот смотрите, это явно, как я сразу заметила, у нее такая кисточка удлиняющая, то есть это удлиняющая тушь, я не знаю, почему на ней написано volume, что означает объем, объема она вообще никакого не дает, абсолютно, это чисто удлиняющая тушь. Ну, тем, кому нравится, я, например, обожаю удлиняющие туши, мне нравится эта тушь, и я вам гарантирую, что... сейчас вот она очень мокрая, она подсохнет через несколько применений, да, через какое-то время, и она будет намного лучше, чем вот сейчас она выглядит на глазах, поэтому я уже имела дело с такого подобного рода тушами. Так, ну что, давайте попробуем блеск для губ. Пахнет очень вкусно. Ну вот что это? Это же crazy вообще. Ну куда вот этот? Ну, смотрите. Мне не нравится, если честно. Да, мне не нравится. Я думаю, что я вряд ли его буду носить. Ну, посмотрим, но я как бы уже вижу, что это как бы не моя тема. Хотя я, в принципе, об этом уже и знала, когда только увидела, что это вот из этой серии, где супер много блесток, поэтому... Ну, ладно. В общем, смотрите, давайте сделаем выводы по коробке. Это зачет, эта тушь мне нравится. Раз. Насчет этого, какая бы цена у него ни была, я этот бренд совершенно первый раз вижу, я его не знаю. Но у меня большие надежды, потому что израильская косметика, она должна быть хорошая, да? Но так как у меня очень много скинкея... Так. Вы уже поняли, что я думаю об этом.
Вот этот супер классный продукт от Pharmacy, я его обязательно буду использовать. Я, кстати, смотрела, кто-то говорил, который, тоже девчонка, которую вы получали, они говорили, что его когда наносишь, он так, она как разогревающая маска работает, поэтому я вообще интересно было попробовать. Так, это всегда плюс. Спрей для волос, их много не бывает. И тоник, ну тоник, да, тоник хорошо. Я просто думала, что он как бы вот всегда, когда называет, имеет в названии слово поры, то поры обычно у людей с жирной кожей, правильно? У меня кожа сухая, у меня, вот если посмотрим, у меня пор вообще практически, ну как бы их нет. Их вообще практически нет, вот. Поэтому, надеюсь, он мне подойдет и не будет слишком сушащим, так скажем. Вот, ну что, на самом деле... Такая коробка, знаете, как бы я не в восторге, бывает намного лучше. Я не знаю, может это в связи с кризисом сейчас, они какие-то такие коробки в этот раз, в этом месяце скромные. А, в следующем месяце придет коробка люкс, она будет содержать больше товаров на большую сумму, она будет в два раза дороже стоить. И посмотрим, что у нас придет в следующем месяце. Я эти обзоры буду каждый месяц делать. Но вообще, ну, как бы, я вот смотрю на это все, и I am not excited, так скажем. Вот, так что пишите свои комментарии, надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите, какие вам бренды нравятся, какого сорта видео вам бы хотелось посмотреть. И, может быть, еще какие-то вас интересуют коробки красоты, я с удовольствием бы сделала на них обзор. И увидимся с вами... завтра, в следующем видео, это будет у нас Asos Haul, мой любимый, и хорошего вам настроения, и пока-пока!